Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале, а я сегодня начинаю новый влог. Сегодня утром мама так посмотрела на мои брови и говорит: а ничего так, а выглядишь-то ты неплохо. С первого дня, как я сделала брови, мама мне говорит, что это все выглядит ужасно, тебе не подходит и так далее, а сейчас она смотрит на меня и говорит: ну ничего так. И, кстати, сегодня будет преображение мамочки. Мамочка должна сегодня постричься коротко. Вообще всю сознательную жизнь, сколько я помню маму, у нее всегда была короткая стрижка. Помнишь, у тебя еще такая плойка была? Мама делала здесь кудряшки раньше, в 90-е, в 2000-е. В 2000-е это было очень модно. То есть здесь у нее были кудри, а здесь прямые волосы. Вот я вам вставлю фотографию. Вот так вот выглядела мама. И у мамы, кстати, помнишь, был фен, который ей служил, наверное, лет 30. Это была офигенная штука. К сожалению, она испортилась. Да, мам? У тебя этот фен испортился? Ну, офигенный был. Он делал такие кудри, волны классные, легко было с ним пользоваться. В общем, сегодня как раз-таки мы с мамочкой идем на преображение, покрасим мамочку. Наверное, сначала надо будет подстричься, да, потом уже покрасить. Красить я буду самостоятельно, стричь мы будем в салоне. Мама нашла хорошего специалиста, который может сделать короткую стрижку, прям чтобы аккуратненько все это дело было. Поэтому сейчас направляемся туда. Мы решили в салон вместе не идти, я пока что приберусь в квартире, а мама пойдет в салон и покрасится, и пострижется уже непосредственно там. А я решила прибраться, потому что вечером к нам должны прийти гости, а у нас дома достаточно грязно. Сначала пропылесосила, затем помыла полы, кое-что приготовила, в общем, старалась во всем. Потихоньку уже накрываем на стол, это у нас орешки, фундук и грецкие орехи. К чаю по мне идеально сухофрукты. Здесь мне очень нравятся ананасы и сушеные яблоки. Ну просто объедение. В общем, резко мне в голову пришла идея. Но у меня всегда так бывает. Я сижу, опа, у меня идея. То есть ни у кого я не подглядела, не подсмотрела. Просто чисто в мою голову пришла идея для ТикТока. Хотя такое бывает редко. Обычно я у кого-то вижу и думаю, надо тоже заснять. Ну, в общем, я хочу снять видео про моих подписчиков. То есть иногда вот реально я вот переписываюсь в инстаграме с девчонками, почему мне чешется эта губа, непонятно, да ладно. В общем, иногда я смотрю, девушка мне пишет, и я захожу на страницу, я просто офигеваю, какая красотка. Вот реально, честно вам, абсолютно искренне говорю. Я иногда задаюсь вопросом, вот этой красотке интересно смотреть мои мукбанки? Прикольно, она даже подписана на меня, да? И как-то, не знаю, вот я в ступоре иногда бываю, и я хочу снять такое видео. В общем, я попросила вас в инстаграме покидать ваши фотографии. Я хочу собрать все фотки вместе и снять ТикТок, очень интересно. Обязательно выложу и в инстаграм, хотите даже в ютуб выложу, кто не подписан на мой инстаграм, чтобы вы могли увидеть это классное видео с моими подписчицами. Но, блин, столько людей отправили фотографии, что мне прям неудобно. Кого-то я включу в видео, а кого-то нет, так что, пожалуйста, не обижайтесь, мои хорошие. Всех я не могу добавить в видео, там максимум фоток 10 будет, но в любом случае, спасибо, что смотрите. Такие красавицы, такие у меня, не знаю, мне кажется, у меня лучшие подписчики на земле. Вот, ей-богу. А меня ты включишь в видео, ведь я тоже твой подписчик. Отвечаю. Ты не девочка, ты парень, не забывай об этом. Боже, может быть такой момент. Это салон, он ее как бы водит, и он на продаже. Собрались мы, значит, за столом. У нас лей-пей. А что мы, ребята, отмечаем? Что мы отмечаем? Мы ничего, мы просто собрались. Господи, у меня такое ощущение, что я копченая, когда сзади свет. Кстати, мне идет, да, загорелый, классно. Это лезгинское национальное блюдо, которое называется цкан. Кстати, рецепт у нас есть на канале, мамочка уже режет его. Здесь мясо, начинка, что-то вроде пиццы, просто слоеное тесто и обалденно вкусное мясо. Мам, это баранина или говядина внутри? Это 50 на 50. А, 50 на 50. Ну, в общем... Сейчас в разрезе вам покажем. Давайте тарелки. Налетай, народ! Mm-hmm.
Вот она я, твоя роковая ошибка. Ну что, как вам, мами? И костюмчик такой стильный, мам, ты как стиляка. Я еще ей... Хватит, не снимай. Я еще ей укладку сделала. Вы смотрите, как хорошо сзади. Сзади немножечко гофре сделала. И вот так вот объемно смотрится. Кстати, гофре у тебя останется до следующего раза. До следующего купания. Ну как, пишите в комментариях. Мне кажется, 10 лет просто сбросила за час. Сходили, покрасились, постриглись. А вот и маме. Короче, мы столько болтали, гости ушли. И мама нашла в шкафу вот такие костюмчики. У мамы раньше был свой магазин одежды. И остались несколько размеров костюмчиков. И вы знаете, что я подумала? Есть такие штаны, где вот дохрена материала. Я думаю, может быть, сшить себе что-то и показать вам процесс. Я думаю, будет очень интересно. Материала во сколько, смотрите. Что-то придумать, да можно. Есть у меня пару идей. Пишите обязательно в комментариях, будет ли вам интересно посмотреть, как я шью себе платье. А возможно и костюмчик. Еще вот такая вот накидка есть, из нее я планирую делать рукава. Думаю, что получится хорошо. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Ну все, я уже смыла макияж. Правда, я похожа на мужика в таком состоянии. Что-то сильно у меня губы щипит. Не знаю, с чем это связано. Сухость губ прям ужасная. В общем, каждый раз я во влогах забываю с вами попрощаться, и мне уже в комментариях пишут, а где прощание, где этот заветный кадр, где ты говоришь «до свидули». В общем, хочу вам заснять этот кадр. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!